Новый 2018 год уже полностью вступил в свои права. Для некоторых славянцев он начался с приятных сюрпризов. Они стали победителями праздничной лотереи, которая проводилась в новогоднюю ночь на Театральной площади. Одними из первых со счастливчиками пообщались наши корреспонденты. Репортаж о встрече нового 2018 года открывает наш сегодняшний выпуск новостей. Новый год – бесспорно главный и самый долгожданный российский праздник и для взрослых, и для детворы. Есть такое поверье – как встретишь Новый год, так его и проведешь. Для того, чтобы наступивший год был как минимум веселым и прошел в окружении добрых друзей, многие славянцы по уже сложившейся традиции приходят встречать его на Театральную площадь. Отдохнуть, повеселиться, потанцевать с семьей, сестрой. Любите Новый год? Кто его не любит? Все любят. Прекрасная переливающаяся огнями елка притягивала к себе взгляды и поднимала настроение. Мне здесь очень нравится. Площадь всегда украшена, всегда красиво. Елка большая, красивая. Мы приходим сюда с семьей. С родственниками. Нам всегда нравится. Здесь концерт, так все весело. Очень нравится. А какой Новый год без подарков? Для славянцев, пришедших на Театральную площадь, была проведена новогодняя лотерея. В числе победителей мог оказаться каждый. С хорошим новогодним настроением я сюда пришел. Как и многие, я смотрю здесь. Да, лотерея вот этот. Хочется поучаствовать. Надеюсь, что сможем выиграть хоть что-нибудь. Вот. А так отдыхаем, праздники наступают. Красочное карнавальное шествие вызвало всеобщее восхищенное внимание. Каких только ярких необычных нарядов здесь не было. Люди веселились и, кружась в большом хороводе вокруг елки, принимали в свой круг все новых славянцев. Затем Дед Мороз со сцены приветствовал всех собравшихся. Видеть всех я очень рад. Пусть же этот Новый год много счастья принесет. Праздничное настроение в новогоднюю ночь создавали лучшие творческие коллективы района. Настроение славянцев поднималось все выше, чему немало способствовало происходящее на сцене. Ожидание новогодних чудес, что может быть интересней? На Театральную площадь пришла с обалденным настроением, веселым. Впервые я встречаю Новый год здесь. Очень много слышала хорошего и решила изменить традиции застолья в семейном кругу. Решили встретить в этом году вместе с городом на площади этот Новый год. Ожидаю, что этот будет год, конечно же, лучше, чем предыдущий. Ждем только хорошего. Желаю всем жителям города удачи, счастья, здоровья. Первый же приз новогодней лотереи – две бутылки шампанского – достался Татьяне Мостафиной. Повезло. Впрочем, везло в этот сказочный вечер многим участникам розыгрыша, которые выиграли ценные и полезные в хозяйстве призы – утюг, мультиварку, мясорубку и многое другое. В перерывах между розыгрышами славянцы с танцами и песнями провожали старый год. Выступление краснодарской шоу-группы «Конфетти», исполнившей всем известные и популярные песни, никого не оставило равнодушным. А судровы, как большие облака, и по ним спешит, волнуется слегка. Самый добрый и веселый Дед Мороз, с Новым годом, ближе нас, гос! Пусть все 12 месяцев елка огнями светится, падает снежок и метель идет, до чего же любимый Новый год. Все с нетерпением ожидали розыгрыша главного приза новогодней лотереи телевизора. И вот, наконец, определился его счастливый обладатель. Здравствуйте! Показывайте талон 0654. Действительно, это талон. Как вас зовут? Вадим. Вадим, очень приятно. Земляку достается наш приз главный. Этот телевизор Декс. Аплодисменты, держите. До Нового года остаются считанные минуты. Дед Мороз поздравляет собравшихся и передает слово председателю Совета Славянского района Григорию Литовке. Мы вместе с вами вводили жилье, строили социальные объекты, освоили программу
комфортной городской среды. У нас улучшились дворы, появились скверы. Уверен, и этот курс губернатора и главы администрации нашего района, он будет продолжен и в 2018 году, чтобы каждый житель Славянского района жил достойно, и все было у нас хорошо. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Мира, добра, благополучия, стабильности. После поздравлений губернатора Кубани и президента России, которые транслировались на городском экране, бьют куранты, и черное небо взрывается фантастическими цветами новогоднего фейерверка. Салют знаменует рождение Нового года. Когда, как не сейчас, пожелать всем близким людям самого доброго и светлого. Я хочу пожелать мира, благополучия, счастья, чтобы в их сердцах осталась тревога в прошлом и царила только радость. Самое главное – здоровье, любви, семейного благополучия. Без этого никуда. Остальное, я думаю, мы сами заработаем, приумножим. Присоединяемся ко всем пожеланиям мира, добра и любви в новом 2018 году. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».